Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Мир Юрского Периода. Так, ну что, посмотрим. Созрел у нас тут птенчик. Лаборатория генетики, да, друзья мои, он созрел. Очень круто. Так. Ну что, прокачиваем до 30-очки. И, конечно же, ставим его. Да. На эволюцию, пускай эволюционирует. Так, у нас тут код 19 горит. А покажите мне, пожалуйста, с каким... С этим? Ну, давай играть, фиг с ним. Думаю, у нас получится, да? Своими силенками его отбить. Так, 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 хоп, хоп. Ой, блин. С какого, блин, перепуга-то мышка закривила сюда? Да ёк-макарёк. Все, хорошо, неплохо. Еще? Но есть контакт, замечательно. Ну что, поймана, да? Ага, поймана. Здорово, замечательно. Идеальная поимка. 220 опыта. 220 опыта получаем. Так, деньжатки собираем. Ну, все, я не буду сейчас тут пыхтить, собирать все деньги. Так, тут, ага, яйцо созрело, да? Это у нас кто? Напомни-ка мне. Это Галимим. Поместить. Что-то я не понял, что у меня разве... Подожди, разве у меня Галимима не было до этого? Получается, что не было. Ну-ка, давай, пускай. Так, забираем с тобой стегу. Поместить. Так, а стега, 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 стега. Стегушка у нас, кстати, тоже готов прокачаться. Если честно. Так, давай дальше. Кто у нас там? Это пирораптор, да, по-моему, если не ошибаюсь я. А, ютораптор. Это у нас ютораптор. Тоже ему поднимаем до десяточки. А с кем он, кстати, гибрид становится? Спинозавр, да? И ютораптор, спинозавр. Дай бог вспомнить, кто такой спинозавр. А, все, я вспомнил, но у меня его нету, к сожалению. Так, опять кот. С кем на этот раз? О, нет, тут лучше пускай Оуэн. Я знаю, что за него дают много очков, но там такие будут задания, что я фиг справлюсь. Хавчик, хавчик мы забрали. С деньжатками. Ай, какая проблемушка с деньжатками, друзья. Как вот это вот припарит каждую монетку собирать отдельно, я прям не знаю. Так, что у нас, секундочку, здесь еще кто-то. Диплодок, тоже заберем. Тоже заберем, поместим. Кстати, мы диплодока с тобой тоже хотели прокачать. Да, если мы прокачаем. Так, это получается только лишь двадцатка. Диплодок, двадцаточка, да? Диплодок, двадцаточка. А нам нужно тридцаточка. То есть еще, получается, два диплодога нужно как минимум вывести. Активировать. И все существа. Так, травоядные. Диплодок, ты где? Вот он. Еще одного нам нужно полюбасику с тобой активировать. Ну что, забираем здесь награды все наши. Так, купите билеты на розыгрыш призов. Что-то я не знаю, нет у нас этого. Так, вот это я заберу. Так, ПВПшку, ускорение, собрать моды. Собрать моды за еду. Так что давай посмотрим. Чарли. Дельта. Ну давай вот Дельта, пускай. Редкие моды. И... Повышает показатель атаки на 40% и снижает УЗ на 25%. И тогда еще разок. Давай, 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 Дельта. Не жмись. Та-да-да-дан, та-дан. Берсерк повышает показатель. Так, ну это уже было. То есть два одинаковых, да? Получается, он мне моды дал. Здесь забираем награду. Так, что дальше? Дальше нам нужно будет по ВПшке все это сделать, да, получается? Но мы вначале посмотрим с тобой схватки. Так, денежная борьба, ага. Чудовище глубин.
Подводный мир. Ну-ка, 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 что тут? Ух ты, ух ты. И против кого мы тут должны? Ну, в принципе, можно попытаться, ребята, поиграть. Так, так, подожди, давай-ка мы, наверное... Архилон, придется все-таки брать его. Против этого. Блин, против этого нам взять-то некого. Против этого хорошо пойдет. Ну, давай плезиозавра возьмем, так чтобы быть плезиозавра. А против вот этого... Так, а кранозавра у нас, оказывается, два. А вот так новости. Кранозавра у меня, оказывается, два. А почему же я их не скрещиваю, скажи-ка мне на милость? А? Почему мы их не скрещиваем? Кто мне ответит на этот вопрос? Да, черепашка, значит. Ну что, давай сразу в атаку сделаем. Все-таки 350 это не кислый урон, согласись. Он будет менять 100%. На кого? На Бакулита, наверное, или... Ну, конечно же. Так, против Бакулита у нас кто хорошо пойдет? Вот этот, да? Твою налево, 190... Ну, а что делать, ребят? Ну, что, ну, ничего не сделаешь, давай. Давай возьмем плюс защитка, естественно. Плюс защитка. Так, он тоже меняет. Он берет мозазавра. Фигушки тебе. Фигушки. Так, 325. Слушай, если две атаки пропишу, то ему кранты. Е-е-е. Накося, выкуси. Так, у него сразу... Прогнатодон выходит, которого он 100% будет заменять на Бакулита. Нет. Нет, ребята. Не стал менять он ни на какого Бакулита. Вот так вот он решил сделать. Даже не знаю. Фу-фу, вот так вот попробуем. Да-да-да, не зря сделал две атаки, чтобы вот так вот его наказать. Ну что, вот он и вышел, Бакулитик несчастный. Ему придется потратить 2 очка, как минимум. А он все стивает. Ну тебе же, парень, кранты. Тебе же кранты. Я понимаю, ты чушь, да, что писец подкрался незаметно. Чувствуешь же, да? Правильно. Вот и все, и хана мандрига. Друзья мои, Бакулит одуплился. Мы с тобой чувствуем себя победителями. Но это еще не конец, согласись. Еще 2 поединка нужно подраться. А вот что там за поединки, сейчас нам покажут. Так, ну ДНК, это понятно, это все идет в общую кучу. Смотрим, что у нас здесь. Гауфеозавр, Леплеврадон и Лептоклейт. Ёк-макарёк, это что за... Так, а против них у нас идут вот эти вот ребята. Зуходус, Бананогномиус и Артокантус. Но дело-то в том, что стоит ли мне их всех? Может быть, все-таки взять Генерию здесь? Давай, наверное, я так сделаю. И сделаем мы с тобой, наверное, вот так. Подожди, вот так. И вот так. Хочу просто глянуть. Почему я первый взял Генерию, ребят? Ну, для того, чтобы, естественно, накоплять бонусные очки. Естественно, только для этого. Погнали. Влупит сейчас две атаки и, соответственно, хана нам будет. Так, ну зато у нас есть бонусные очки. Так, ну что, делаем две атаки и бонус. Что я могу еще сказать тебе? Все. Гауфеозавр отдупился. Леплеврадон выжил. Что ты сделаешь? Ничего не сделать, ребята. У него 665 здоровья всего лишь. Все, ему крышка. Под дых такой удар. И последний это Лептоклейт. Вообще 67 атаки. Просто сейчас в тряпочку его разнесем. Хотя он, если все потратит, он, угу, наверное, нас уничтожит здесь.
Не хватило. Не хватило, парень, у тебя мощей-то пробить. Лови очередную плюшку. Атрея прям в макушку. Да, карасик неплохо его накусал. Все, друзья. Что и требовалось заказать. Остается последний поединок. Если мы побеждаем, то есть вероятность получить легендарную карту. Ну, маленький шанс, как ты понимаешь, да? Но он есть. Самое главное, что он есть. Фух. Так, у нас здесь против этого выступает неплохо. Блин, а на откатик хватит? Хватит нам с тобой на откатик. Поэтому берем так, дальше вот так. И вот так. Ту-ду-ду-дун-ту-дун. Погнали, друзья. Тут 100% должна быть победа за нами. Ага. Так, Лицихтис. Ну что, берем бонусы, сразу же бонусы начнем брать. Плезиозавр. Я сомневаюсь, что он пойдет против него сейчас. О-хо-хо, пошел. Пошел, не испугался. Молодец, красавчик. Но это хорошо и в то же время тупо и глупо. Он все потратил, по-моему, все. Поэтому истребление идет. На! Готов. Так. Кайвикея выползает. Ну тут-то, конечно, он меня подобьет. Звук атак. Да, вырубит меня. Но дальше пойдут леги. А леги шутить не любят, ты сам прекрасно понимаешь, что сейчас. Ромалиозавр, ну ты смотри, он просто, знаешь, вот шутя просто вот разнесет его в хлам. Просто. Похож мне чем-то на этого, на морского котика, да? Ой, это кто такой у нас? Псифодерма, ё-моё, ты-то откуда вылупился? Объясни-ка мне на милость. Да, тебя умоляю, даже не думай об этом. Просто даже не думай об этом. Псифодермочка. Тебе крышка в любом случае. Чё бы ты тут не делал. Вот и все, друзья. Ну что, теперь я хочу получить нашу награду. Очень сильно хочу. И хочу, надеюсь, попадется мне лего. Хотя это маловероятно. Дадут, как всегда, какой-нибудь вшивенький. Но давай, родная, давай. Только не влетай, игра. Да ну ж. Ребят, вот из всего, что было, они мне дают раджазавра. Прикинь, раджазавра, никчемного раджа. У меня даже нет слов, я даже говорить ничего не хочу. Так, ну что, тут денежная борьба за доллары. Ну ты сам видишь, да, тут какой жестяк они устраивают. Просто гигакилоцефал. Это откуда еще? Красный, ребята. Это, по-моему, если не ошибаюсь, это супер-пупер, да? У нас есть гибрид, а есть супер-гибрид. Так вот, супер-гибрид. Не хочу я туда идти. Ну, вот здесь еще можно посоревноваться. Алоногномиус. Алоногномиус, против него мы сможем взять. Да, у него вот так, это гибрид. Так, диплотатор пойдет отсюда. Трицератопс. Вот против трицератопса мы возьмем. А он такой слабенький еще, к тому же, трицератопс. Сюда даже можно взять велоцираптора в легкую. И против Акантостеги мы возьмем с тобой одного из наших пернатых друзей. Да-да-да, именно Эдио Морфодона. Он любит баловать с этими пташечками, с этими рептилиями. Ну что, друзья мои, естественно, сразу в атаку. Сносим большую часть здоровья у этого Алоногномиуса. Он сразу... О, как так-то? О, что делать-то? Меняться будет, да? Ну, а Кантастега, да, у него тоже неплохой урон, в принципе. В принципе, неплохой урон, поэтому мы сделаем с тобой вот так вот. Хопа. И хопа. Пол хп сносим. На. Что он сейчас будет? Ставить вот этого трицератопса? Нет, он Алоногномиуса возвращает. Как ни странно. Ну что, я могу, в принципе, его ушатать, этого Алоногномиуса. Вот таким вот образом. Плюс еще взять бонус. Нет, не получится, да? Не получится. Он меня перехитрил, чуткарика. Но да, это не страшно. Сейчас ему все надо слить, чтобы меня подбить. Ну а дальше мы его, конечно, разбираем на изи. Почему на изи, ребята? Велоцираптор его рвет с одной атаки. Потому что он все сейчас слил только что на твоих глазах. Мы его с одной атаки ушатываем. Дальше мы с тобой берем
Вот так. Давай вот так, на всякий случай, фиг его знает, там что там у него на уме. И одну защитку. Пошел отсюда. Трицератопс. Ну ты сам понимаешь, что это просто пушечное мясо против велоцираптора. Он, конечно же, будет менять. Конечно же, будет менять. И вот тут, если он сейчас... ничего же не стал делать. Прекрасный, прекрасный, ребята, вариантик. Потому что мы сейчас его ушоркаем. Вот так вот я сделаю. Да-да-да, крышка тебе, парень. На! Акантостега отдыхает возле стеночки. Ну и трицератопс уходит со своими 69 атаками. Да он обкекается меня бомбить, понимаешь? Серьезно. Ай, хлыщ, ай, хлыщ. Ну давай, лови подачу. Лови. Че, понравилось? Ай, как хорошо. Понравилось ему. Ну что ж, ты сам все прекрасно виден. Победа за нами. Ну и мы двигаемся дальше. Там еще два поединка впереди. Так, это мы продолжить. А, нет, ребята, тут аж целых три поединка. Ну что, давай смотреть. Твой, ой. Эрлифоза... Блин, да что ж таких мощных-то даете-то, блин. Залмада... Да, конечно, вы тут... Тю-тю-тю-тю. Ладно, против этого мы возьмем... Ну, тут легко. Против первого можно взять кого угодно. Даже того же самого Сфинакадона можно взять. Или даже Ютирануса, да? Но мне так кажется, что лучше взять вот так. И плюс, ко всему нам нужно два хищника. Либо... Нандазух. Тут, конечно, щекотливая такая довольно ситуация. Диплотатора в любом случае я откатить не смогу. Идем морфодона взять. Или птеродактиля. Какая-то, блин. Если он возьмет эрлифозавра. Эрлифозавра. Ладно, возьму, короче, идем морфодона. И алангозавра. Вот так. Поехали. А вот как там дальше, извини меня, два поединка там еще рубаться, я ума не приложу. Я ума не приложу. Так, берем бонус. Потому что он 100% сейчас будет меняться. Вот поверь мне. Берет хищника, у которого 639 к атаке. Здоровский. Прям, блин, лучше не придумаешь, да? Поэтому мы с тобой возьмем... Я просто в шоке, кого тут взять. Так тут, что ли? Ну, давай попробуем. Ну-ка, что он будет делать? Ничего. Он ничего не стал делать. Раз-два, раз-два. Ждем. Опа, дождался, блин. Неужели... Ой, ушатает, ребята. Как же так-то, а? Ну все, тут уже бесполезно дальше играть. Бесполезно. Что я тут сделаю? Да ничего. А, да. Залмонодон. Трындец. Ему достаточно две атаки мне нанести. И все, и хана. О-о-о. Да мы запаримся его пробивать. Вот чё-чё, мы запаримся просто его пробивать. Ох, набрал, да, там бонусов или чего там, я не знаю, что там сделал, короче, нахапал. Да надо же, пробиваем. Ну-ка. Крякнул. Ну-ка.
150. О, да если он сейчас все сольет, ребята, он выиграет. А он все сливает, ты прикинь. Вот чепушило-то где, а. Все это подрасчитал, а. Ребят, эти сложные испытания вообще проходите. Тут надо, я не знаю, тут суперские динозавры должны быть. Ну, 100% не те, которые у меня. Конечно, мне жалко, что я вот солил столько боев и ничегошеньки, блин, не получилось. Просто ничегошеньки не получилось у меня. Мне так гнобит. Так, что у нас там по заданиям? Ускорение, арена, да? Ну что, в канализойскую пойдем, как обычно. ПВП. Вызов. Пумс, пумс и пумс. Вот такая вот у нас компашка. Нет, я, конечно, сейчас пойду туда, вернусь и отыграю всех остальных своих динозавров. Но ты должен прекрасно понимать, что это бесполезно. Что все равно мне там ничего не светит. Ничего не вытянут, не вырулить меня, не знаю. Так, что у нас там получается? Мамонт бьет. Мамонт бьет. Давай менять. Ну, что ты сразу? Наверное, будет менять на свою пуму вшивую, да? Будет менять или нет? Нет, решил так бомбить. Что я могу сделать? Блин, я, наверное, так сделаю тогда вообще. Сейчас будет менять. Мне кажется, сейчас поменяет. Нет, менять не стал, опять же. Так, ребят, все сливать, наверное, нам надо, да, получается? Раз, два, три. Да, получается, все сливаем. О-о-о. А он все передал вот этому, да, получается? Все три бонусных очка. Или сколько, два? Два бонусных очка. Одно даже, да? Четыре. Ну, тут понятно, сейчас ушатает меня. Три атаки звезданет. И кранты мне. Но в то же время мы тоже ему сейчас не кисло так нанесем урона. Даже ушатаем его, скорее всего. А, нет, хотя да. Я думал, что у него что-то там осталось в закромах. Он все передает вот этой вот сумчатому льву. Все передал. Все атаки. 5. То есть ему нужно 4, да? Ну, а этот, я думаю, добьет его. Наверное. 309 хп, не так уж и много. Атака мощная, но по хпшкам слабачок. Ох, даже 3 ему хватило атаки. Ага. Ну что, все сливаем, ребята. Все в атаку. Да, ему кранты. Ему кранты. Как-то так. Как-то так. ПВП-шку отыграли. Естественно, мы с тобой забираем. Чё? А, у нас еще тут рулетка, на которой любит игра вылетать, кстати. Ти-ти-ти-ти, там легендарный олень был. Ну, давай еще разочек крутанем и посмотрим, что нам здесь достанется. Эть, ну 40 очков доверий. Ладно, уж так и быть. Прощаю. 40 очков доверий. Спасибо. Так, ну что, мы с тобой забираем здесь награды. Блин, почему купить билеты на розыгрыш призов? Что за бред? Почему я не пойму? Так, использовать еще 3 ускорения. Ну, использовать ускорение я могу только в одном случае. Если мы, например, зайдем с тобой в... Нет. В ПВП, да, в ПВП. Выберем с тобой, например, вот так вот. Вызов. Мне даже играть здесь неким. Так, ребят, играть неким, поэтому переходим сюда. Возьмем вот этих. Ну и вот как вот тебе объяснить попроще, например. Да что ты? Что ты хочешь сказать, что Дедикарус у меня последний, что ли? Ну да. Вот возьмем с тобой вот так вот. Все. И просто сыграем Дедикаруса, потом, ну естественно. Как объяснить это?
Ну, сделаем... Ой-ой-ой, архиат. Хотя, подожди, а вдруг мы здесь с тобой выиграем? Я немножко сомневаюсь, конечно. Ну, а вдруг? Вот, например, здесь. Почему бы нам не выиграть, да? Почему бы нам не звездануть? Правда, на здоровье тут... А, он переходит. И он атакует. Он не побоялся, он просто взял и стал бомбить. Вот так вот. Ну что же, я вот так вот сделаю тогда. Что он будет, на Дедикаруса этого менять, скорее всего, да? Он будет брать Дедикаруса своего. Как же его бомбануть-то, а? Давай еще раз сделаем так вот. Ты смотри, ничего не делает, не боится ничего, а? Что? Все? Труханцы намокли, смотри, да? Ну-ка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не пробил, к сожалению. Сейчас нам больно будет, как... Ой, как больно будет нам. Ну что, парень, сливай там, сколько тебе нужно? Три атаки. Так, мой олененок упал. Раз, два, три. И вот так вот. Окей. Уинтотерий. Уинтотерий. Ну, тут понятно. Гастур не смой сейчас отдуплиться. Нет, если бы я хотел здесь выиграть, ребят, поверьте мне, я бы не брал бы вот этого первого ранга. Это чисто просто поединок. Для того, чтобы сделать ускорение там. Ежедневки, одним словом. Тынь-тынь-тынь-тынь, Дедикурус. Дедикурус, бомби. Ня тебе, ня. 141 урон. Для него это щекотки, понятное дело. Тут ничего не поделаешь. Конечно же, если бы надо было победить, я бы взял бы посерьезнее противника. Ой, посерьезнее своих юнитов. А не вот этих вот соплюнчиков. Так, теперь мне надо посмотреть, сколько Дедикурус этот, он, как сказать, ресается. В ПВПшке, да. Дальше мы с тобой переходим в Кайнозойскую гору, Эру. И смотрим. Да дайте мне, блин, пролистать-то говорю. В плане 16 минут. Совсем что ли брехнусь? Я для чего? 16 минут. 16 минут жди, говорят. Нормально? Так, ладно, друзья, давайте тогда здесь все-таки продолжим. Я не знаю, как тут, блин. Ой-ой-ой, как тут быть? Таника Лагриус. Таника Лагриус, блин, название такое. Сделаем вот так. И вот так. Просто такое ощущение, знаешь, что я сливаю деньги в никуда. О, так тут с плюшки мы этого выносим, прикинь. На-ка. Как хорошо-то, а? Как хорошо ему досталось по мордельне. Залмадон. Будешь атаковать? Он, наверное, будет атаковать, ребята. Две атаки-то пропишет мне. Нет. Залмадон прописывать мне не стал. Так, тут надо брать защиту по любасику. Он тоже, кстати, защиту взял. Три атаки. Если он сейчас все это сольет, то он меня вырубит. А он так и делает. Он так и делает. И что прикажешь делать? Ну, мы уничтожим его, понятное дело, но дальше-то как? Ой, тё-тё-тё-тё-тё-тё, конечно, конечно, уничтожили. Вот нас уничтожили. Я в шоке. Я, ребят, в шоке, что здесь происходит. Как я должен с этим, вот, извини меня, драться?
1846 здоровья. Это серьезно. Он меня порвет. Конечно, ребят, тут бесполезняк какой-то. Нет, если бы был бы Диплокаус. Ой, Диплотатор, да, Диплотатор, то мы бы порвали бы этого хлыща, поверь мне. Но нет у меня Диплотатора, он отыграл уже свое, понимаешь? Поэтому вот такая вот фигня получается у нас. И мне больше нечего сделать. Использовать ускорение. Купите билет. Вот про билеты вот. А, тут можно видосик. Видосик глянуть можно, в принципе. Да, это как бы зашел в зачет у нас. А вот про ускорение я даже не знаю как. А, в принципе, мы можем, знаешь, как с тобой сделать ускорение-то? Ну, вот, например, берем фонтан. Ставим его здесь. Опа, это же идет как ускорение, да? По-моему, идет. Вот так вот. Опачки. Нет. Друзья, это не идет как ускорение. Продать-то можно или нет? Продать. Конечно, продать. И вот это тоже фонтанчик, пожалуйста. Вот этот вот. Тоже продать, блин. Это не идет как ускорение, оказывается. Ха-ха-ха. Тогда, ребята, все. Больше я здесь ничего сделать не смогу. Ежедневки только завтра. Но я почему-то сомневаюсь, что я проснусь и... прям с утречка и побежал делать это все дело. Блин, обидно. Обидно, что задания очень плохие. Ну что это такое, ребят? Ну дали какую-то... Как хочешь, так и делись. Что здесь, хрен знает, каких надавали, что здесь. Все, а больше я ничего сделать не могу. Понимаешь? Вот так вот. Так что, друзья мои, будем закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.